Партнер рубрики «Сеть магазинов Наташа» предлагает брендовую одежду французской марки «Коп Копина». Плюс женская и мужская обувь, сумки и барсетки. Здравствуйте все, кто следит за событиями в мире высокой моды или просто любит красиво и модно одеваться. Француженки начали историю бикини. Появлению чулок мы обязаны женщинам Древнего Египта. Ну а русские придумали сарафан. Причем первоначально это слово употреблялось в значении мужской верхней одежды. Сейчас трудно найти женщину, у которой не было бы хотя бы одного сарафана. Пришла пора присмотреть свежий фасончик на лето. Оно ведь когда-нибудь придет. Напоминаем, что подруги Валерия Силкина и Любовь Данченко в прошлой рубрике примеряли одежду французской марки «Коп Копина». Сегодня продолжим показ летних сарафанов этого бренда. Модный консультант Наталья Козлова в начале своей дизайнерской карьеры представляла собственную модель одежды на выставке в Париже. А когда вернулась, решила открыть ателье. Мы видим легкий летний сарафан, где удачно подобранное сочетание, казалось бы, контрастных, но в то же время очень подходящих друг другу цветов. Цвета хаки, серого и подчеркнуто бордовыми оттенками. Можно сказать, что у бренда «Коп Копина» это ведущие цвета в их коллекции. Оригинально скроенная деталь верха придает изюминку, а резинка на спинке – дополнительный комфорт при движении. В этом сарафане мы видим сочетание сразу трех модных линий лета – клетка, мелкий цветочек и кружево. Полупрозрачное кружево нашито сверху. Внизу сарафана интересное дизайнерское решение – баллон. Так называется пышный крой низа платья или сарафана. Он придает женскому телу форму песочных часов. Наталья, ну вот сарафан, который выбивается из того, что мы мерили, прежде всего своей длиной. Супер Макси. Что можете об этом сказать? Длина Макси вернулась к нам спустя много лет и стала актуальной. И я думаю, что в этом сезоне это будет просто писк, так сказать, моды. Наряду с длинными сарафанами в моде ультракороткие модели, хотя миди также актуальны этим летом. Хочется также обратить внимание на очень оригинальный и изящный двойной лиф у этого сарафана, выполненный из кружевного полотна, резного, прозрачного, даже, можно сказать, откровенного несколько. И верхний лиф выполнен из такого же материала, как и основное изделие. Это лен. В одежде «Коп Копина» только натуральные ткани. Тело дышит, и летом мы в этом нуждаемся как никогда. Еще одна модель сарафана на сегодня – стиль ампир. Завышенная линия талии, которая удлиняет ноги. Плюс легкость и струящийся силуэт. Интересный переход цвета от темного к светлому. Ко всем представленным моделям сарафана в магазине Наташа мы подобрали обувь и сумки. Кстати, здесь сейчас проходит акция. Каждый, кто совершит покупку до 4 июня, сможет принять участие в лотерее и выиграть ценные призы. Именно сарафаны помогают сделать нашу походку летящей. Ну а сарафаны французской марки «Коп Копина» добавят ваш образ игривый стиль городской француженки. Будьте неотразимым этим летом, впрочем, как и всегда. Пока! Партнер рубрики «Сеть магазинов Наташа» предлагает брендовую одежду французской марки «Коп Копина». Плюс женская и мужская обувь, сумки и барсетки.